Как вы думаете, кто победит в этом турнире? Я. Никит, твое мнение. Ак может. Свое все понятно. Ак может победить. Акмал. То есть он лучше всех играет? Ну, он нормально играет, да. Подкручивает. Посмотрим. Много неизвестных. А кто может быть его самым таким сильным соперником? Так он, если он отвертый, он может двигаться. Ну, это просто обман зрения. Артём, да. Как думаешь, кто выиграет турнир? Думаю, что я. Ну, это но... понятно. На втором знаю, месте не кто? Не знаю, у нас здесь какие-то это профессионалы есть немножко. А ты уже все, ты выбыл? Я выиграл вообще. А. Первый. Четвертый стол, Гусев Синотов. Пятый стол, Ахмадзинов Голоднюк. Шестой стол, Степанов Железко. Седьмой стол, Санковец Шутов. Восьмой стол, Яцкевич Сидитаров. Остальные на пресс-старик Сергеев. Смотри, как я иду вот так. Четвертого места. С третьего. Нет, с какого с третьего? С третьего. Да? Нападайте! Давай ее! Сергей Владимирович, ну что, как успехи у ребят? Великолепно! Так. Телефон молчит. Мало игр. Деньги не приходят. Агенты не звонили еще? Судейство. Скауты. Недовольны. А так все хорошо. Как шоколадку думаете, пока только вот заработал. Как думаете, кто выиграет? Я думаю, что кто-то из администрации победит. Владимирович, кто выиграл? Выиграл Саша Акмальдинов. Незаговорочно. Акмал! Кто выиграл турнир? I like it, thank you. I'm sincere, fun. Ресторан. Что еще раз? Победитель ведет всех в ресторан. Класс. Ребят, ну как игры еще? Получили дозу адреналина. Удовольствие, да. Сменили вид деятельности. Как это лучший отдых, это смена вид деятельности, да? Да, правильно, конечно. Это, конечно, хорошо, но когда тебя делает твой тренер. А это, кстати, тактический умный шаг с твоей стороны. Да, я думал об этом, потом утешал себя этим.